Всем доброе утро, я Виктория. Сегодня мы с вами на завтрак приготовим салатик, который называется грузинский. А для этого салатика нам понадобится лист салата, лук зеленый, кинза, огурец, помидор, лимон, картофель пай, зеленый горошек и оливковое масло. Для начала мы порежем крупно кубиками огурец и помидор. Зелень режем крупно. Нарезку мы сделали, теперь заправляем салат. Добавляем сюда нашу картошку. Добавили картофель пай и зеленый горошек. Выдавливаем сюда сок лимона и оливковое масло. Добавляем оливковое масло, потому что оно нашему салату придаст другой вкус. Хорошо перемешиваем салат и выкладываем на тарелку. Пусть вас не пугает крупная нарезка, потому что так наш салат будет выглядеть вкуснее, красивее и аппетитнее. Всем приятного аппетита! Удачного дня!